Какая-то странная надпись. У нас сейчас будет темный лес. Всем здорово, всем привет, это Кактус и Кроныш, и мы продолжаем играться в игрушечку под названием Малхейм. В прошлой серии мы босса заточили босса, он нам дал кирку. Мы сделали кирку, вот здесь вот мы немного себе... Ой, подожди, сейчас вот это залутаю, заровняю. Слушай, не заравнивай. Так, а если сюда натаскать песочка? Вот так. О! Во! 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 Ага, не выполнены условия. Вот. Убили, короче, босяру. Он нам сделал кирку. Мы вот здесь вот в темноте все понарубали. Кроныш туда же какую-то колодец выкопал. Зараза сраная. И нам сказали идти в темный лес, потому что мы в этом темном лесу сможем надыбать... Так почему он марку нам не поставил в темный лес? Как это называется? Медь, все, побежали. Давай, побежали за медью. У меня много в инвентаре места? У меня мало места в инвентаре, надо выложить. Выложить все, что я подобрал. Пошли, это нам туда. Сейчас, подожди, у меня мало места в инвентаре. Мы там сейчас много всего найдем, а я хочу, чтобы у меня это все влезло. Так, это сырой хвостик, это сюда. Так, перья нету, шишку тоже сюда положим. Нахер мне шишка вообще. Так, это сырое. У меня еще мед есть. Мед что, кстати, делает? Мед восстанавливает 5 хп. 5 хп восстанавливает. Так, мясо. Хвостик. Так, рога. И это все вот в этот ящик. Так, это у нас вот это. Так, рога тоже сюда, потому что это у нас рарный ресурс. А это у нас вот все вот сюда. Ой, а смотри, у нас есть мед. Был уже мед. Блин, ветер так колышет. Так, а дубину, я не знаю, куда дубину. Дубина у нас, по-моему, в первом ящике, да? О, нихера себе у нас тут этого кремния-то. А мы кремния, да, бегали искали. Ну, я говорю, там, я еще удивился, я говорю, схуяли-то у нас кремния мало, у нас там ящики дохуя его. Так, и выложим мы сейчас... А, да, вот она. Вот, не знаю, зачем эти штуки, что? Давай щиты сделаем. О, давай. Так, крафт. Деревянный щит. Кругленький. Ага. Не, я хочу не кругленький. Я хочу вот этот. Вес 4. Вес 4. Прочность 200. Прочность 200. Сила блокирования 35. Сила блокирования, парирования. Нет, лучше этот сделать. Хотя, блин, давай, давай кругленький. Нужна кожаные обрывки и смола. А дерево надо? Кожаные обрывки, смола. Да, дерево надо. Бляха. А кожаных обрывков сколько надо? А я посмотрю сейчас, может, я тебе тоже сделаю щит. Не-не-не-не, я сам себе сделаю. Я потому что хочу деревянный щит, маленький. Я тоже хочу маленький деревянный, я хочу крашеный. Ну так я тоже стиль тебе сделаю. Красный тогда стиль делай мне. Такой красный с крестом? Да. Ну делай, короче, нам одинаковый красный с крестом. Ну сделаю. Ну, чтобы это типа стиль нашего этого клана был, да. Иди, забирай. О, ништяк, иду. Ага, слушай, его надо тогда, получается, во что-то ставить, потому что... Да... Ну нахер. Вот такой? О, да, такой, да. Давай. Так, а парень. О, да, он, смотри, он за ним закрывается. Все, мы готовы. Мы готовы. У меня хвостики кончаются. Ну ладно, буду грибы есть. Побежали мы, короче, в этот, в темный лес. Сейчас в темном лесу посмотрим, что вообще можно сделать. Кого можно убить и посмотреть еще. Может, сразу вдоль воды пойдем? Попробуем вдоль воды покопать, чтобы там найти олово. Да чем? Нам в темном лесу сказали, говорит, вдоль моря. Пошли, нам туда направо, алё. Ну, в темном лесу страшно. Там реально страшно. Там вот эти гуси нападают. О, заодно сейчас там скелетов попиздим. Нам нужно кости. А кости зачем нам надо? Чтоб дубину обрейдить, да? Много костей, да, дубину. Так не надо нам дубину-то, я ж дубиной не дерусь. Ну и похер. Это малина.
А ее тут нету почему-то. Вы больше не чувствуете себя отдохнувшим. Ну и пошел ты нахер. Я и не чувствовал себя отдохнувшим. Но я тоже себя не чувствовал отдохнувшим. Тесим, тесим, мы в темный-темный лес. Так, а где? Куда-то он туда. Куда-то вот на меня беги. Нет, беги, короче, на корень дерева и нам туда. В смысле на корень дерева? Ну вон дерево-то, оно тут жух туда спускается. Ты что, дурак? Это не там темный лес-то. Слушай, а может вот тут вот кремний? Можешь попробовать покопать? Тут смотри, ты что? Тут как какие-то эти. Это не валуны, да? Это какое-то жертвоприношение тут было. Да не, я не думаю, что тут кремень. Ну ладно, пойдем. И куда нам столько кремния? У нас там 30-ка уже. А откуда мы, кстати, столько нашли его? Кого? Кремния? Да. Я как ненормальный, блядь, бегал там, его собирал. Да? Да. Откуда мы кремния нашли? Оттуда, откуда же мы кожу нашли сегодня на шлемы? На члемы. На члены. Члемы! Ну, члены. Ой, дурень ты, дурень-то. Кабанов меси. А ты тоже топором, да? Переквалифицировался? Ну а хули. Я этого оленя там пиздячил этим топором. Че ну я там да, лупом я тоже, пока да. Целил бы. Сейчас, короче, знаешь, какая тактика будет? Я буду в блок вставать, а ты их будешь... Не, мы тут скатимся вниз, это не тот корень. Не темный лес, темный лес он туда. О, есть улей. Нам еще одна матка нужна. Зачем? Как зачем? Еще один улей поставить. Так, это подожди, это река какая-то? Вот, нам туда, он туда. Пойдем спустимся туда, к скелетам. Наверняка там у них данжи какой-то. Я пометил, где я пиздил скелетов. Ну, где, а где ты пиздил? Беги туда. А там наверняка темно будет, у тебя есть факела. У меня нет факелов. А, у меня нет факелов. Не, у меня есть один такой, прям вообще это... Уже... И смолы нету, да? И смолы нету. Не, ну дерево у меня есть 4 штуки, надо дерево нарубить. О, точняк, да, надо попиздярить дерево. Ой, уедет сейчас дерево мое. А вот. Да, кстати, поэтому надо мелкие рубить. Да все, хватит нам дерева, пошли. Мы ж туда на это... Не на поможи же. Пошли. И вот у нас еще тут какие-то ресурсы падают. Эти, как их... семена. Мы семена морковки еще нашли, но не знаем, что с ними делать. Прикинь, мы же не умеем вскапывать землю. Они говорят, мотыга есть, а мы ее можем только равнять. О, вот о, где о, вот о, этот, пищит, этот бежит. У него смола. Где смола? Вот смола. Есть смола. Есть, один факел будет. Пошли. Вот он, темный лес. Смотри, вот как начинаются вот эти вот... Ёлки, да, ели. Все, начинается уже этот темный лес. Только это пихта. Вот, смотри, что-то. Я где-то вот тут вот я пиздярил. А нет скелетов-то. Где-то что ты сделал, что тут скелеты вообще? Ну а что, это домик, что ли, ихний? Вон тут ворона сидит. О, вот домик, смотри, да, ихний. О, войти. О, погребальные комнаты. Ни хрена. О, слушай, а здесь можно копать? А, желтый гриб поднять. Желтый гриб. Желтый гриб, новый предмет, желтый гриб, а что он делает? Ничего не делает. Один хп восстанавливает. Опа, вот они. Вот они. Че, убили? Плащ и шкура оленя, чё это? А сюда? Так, давай вместе да. Держаться. Давай. Во-во, дверь. О, скелет! Смотрит на меня. На нахуй! Да не изящный, чё мы так очкуем-то? Ну? Трофей скелет получен. Так, а карту кто-нибудь рисует? А? Я. Не, серьезно. Ну, по памяти, да. Ну, побродим, походим.
Ты чё, а если мы здесь... посмотри там, а чё это такое светится там, видел? Не знаю, да. О, а это щитом. Так, давай, знаешь как? Я возьму факел. Вот так. И возьму топор. А так он не берет. Так, а щит убери. И на 6 возьми факел. Во. Ты будешь их танковать, а я буду их... Да нихуя, я так и... Я все равно, я тоже так же делаю. Слушай, это их не респа, мы тут сейчас нафармимся. Стой, что ты ломаешь-то, Evil Blood? Блин, взял, разломал, а. Останки скелета. Не поднимаем. Ну, там, почему? Там... Ядро сургелина поднять. Рубин. Ядро сургелина. Ух, нихуя себе, блядь, плавильня. Чё, блядь, не успел? Плавильня, угли, да, что-то там еще. Так, набираем. Монеты. Чест. Чё открыть. Тут? А что тут? О, вот, древний. Чё древний? Не знаю, вот. Вот. Отметить место. Я отметил древнего на карте. А подожди, а как ты отметил? Не знаю, мне сказалось. Отметилось место на карте. Рубин X2. Я тоже рубин поднял. Новый материал. О, нихуя себе щит. А его нельзя взять. Так, ну ладно, что тогда, скелета трогаем? Блин. Слушай, мы плавильню сделали. Да. Пошли, теперь пошли. Надо меди нарыть и все. У меня факел кончился. А то тут кто-то... Ой, слушай, а вон туда можно? Ну-ка, попробуй киркой покопай. Попробуй, покопай киркой. Давайте свечу, а ты копай. Не выбивается по нулям? Ну да, ладно, пошли. Ну и это, походу, дело данж. Тут, наверное, нельзя данжи копать. Так, туда нам не надо. Давайте вот налево сходим, да? Да. А, не, подожди. Прямо. А, давай, да. Опа, это что? Да подожди ты, я говорю, давай справа налево, потом прямо. А ты такой, да, давай. А, нет, тут нет ничего, слышь, тут все, тут. Что сломал? Корень какой-то торчал. Тут тупик, давай, пошли. Так, ядро. Так, тут тупик. А, и все! Ну да. Не, ну в принципе за, ну, да. За рецептом. Пошли теперь медь накопаем, и все, и мы сможем ее плавить. И мы сможем сделать крутые. Мечи, да. Да. О, а вот это не жило? Нет, Коля. Ни хрена себе, вот это мы в лес сходили. А, это темнеет, да? Это темнеет. Папа. Вот, залежи меди, вот, 4. Где? Иди сюда ко мне. В натуре. Медная руда, и все. И больше ничего не дали. Приветствую, воин. Кто? Кто сказал приветствую, воин? А? Не знаю. Со мной духи леса разговаривают. А у меня камень добавлен. Медная руда не добавляется. Но она не везде. И тише, у меня стамина-то кончилась. А, мне пожирать надо. Вот так. Нет, камень только. Не, ну я же нашел медную руду. Медная руда, а что это значит такое? Медная руда, неочищенная медь, необходимо обработать в плавильне. У меня одна штука из 30. И у меня есть трофей. О, а выкинь мне его. Сейчас. Вот, медная руда поднять, что ты? Да, вон я нашел медную руду. На, кто тут? Я принес весть. Кто? Я не знаю. Ворона, наверное. Вон он. Вот он, ворон. Нет, а у меня-то его нету.
Так, необработанную руду нужно перерабатывать в плавильне, прежде чем вы сможете использовать ее в кузнице. Чтобы построить плавильню, вам понадобится ядра суртлинга. Ищите их в темных местах под землей. В темных местах под землей. Заебись. А, ну мы нашли уже. Нашли уже. А он только сейчас нам говорит об этом. И это, мне хотел череп выкинуть. А, ну да, да. Да. Слушай, чтобы я в какой-то дымке там спускаюсь. А что он у тебя? Он ничего не делает. На, вот выкинь. Ну, он в это, в трофеи. А сколько у меня меди? Две. Надо больше. Надо хотя бы на кирку. А интересно, топор медный. А из обработанной меди, что это, сколько делается, интересно. А нам еще же на этом, вдоль реки надо побегать. А смотри, а что нету этих? Кого? Глазастых вот этих хрени. А хрен, я еще дерево срублю, они поедут. Сделать? У меня сейчас сломается мой этот. Кирка. У меня вообще меньше половины. У меня процентов 5, наверное, осталось. У тебя так же, да? Ну, нет, у меня чуть меньше половины. Ох ты ж, ёпта. Ничего не вижу. Я тоже что-то куда-то долбаю. На нахрен. Все, сейчас сломается. Так, а сколько у меня меди? 6 штук. Прикинь, надо по 10 на слиток. Все, у меня сломалось. Стой, не ломай кирку. Почему? Пойдем вдоль воды еще. Я тебя похороняю, а ты будешь это... добывать олово. Или что там? Вон туда надо, в воду. Так а у меня почти сломано киркают. Ну. Можно было бы вернуться, к примеру, построить печку, посмотреть, что, куда нам надо, ну, что надо. Сейчас попробуешь, покопай чутка. Это что? Это что? О, вот скелеты еще, смотри. И так вот этот лучник. Смотри, это прямо это охрененная такая пещерданинная. Или что это? На нахуй. О, слушай, а это если это вот так сломать. Ох, бля, вот это мне впаял. Не, камень добылся. Дай. Так, давай наверх заберемся. Ну дай, стой, мне стой, тоже. Ну да, я тоже, да, я тоже хочу туда. А нет, тут что-то он не заходит. Нельзя. Да ладно, не заходит, заходи. Нет, не заходит, иди пробуй. Может, надо просто вот эту сломать. Ай, ладно, хуй с ним. Да давай там вот эту сломаем, что ты? Там нет вот ничего, наверное. Почему? Тут этот ходит, вот. Вон он. Ой, что это? Воу, это что такое за большой хуй? Будем его бить? Надо. Опа, иди, мать, он меня втащил. Вот эту пиротехнику еще надо. Ох, нихера! Он мне фестамину изъел! Ой-ой, я сейчас откисну! Что с него? Вот, вот это что, вот это, вот, залежи олова, вот, копай залежи олова. Древнее семя. Где залежи олова? Вот они, камешки. Ты что, ты куда, дебил? А, давай. Вот, копай, вот. Давай, я тебя охраняю. От всяких нечистей. Вот утырки-то, а, поналезли тут. А, хотят нас сожрать. Я вас сейчас... Бляха, тут... у меня не лезет. Я забрал. Все, я забрал. Только у меня их только, знаешь сколько? 3 штуки. Давай еще копай, вот. Вот еще. Вот еще кусок. Нам надо олова. Я повыкидываю хламье. Да не выкидай, я заберу. Да там эти одуванчики, я не знаю, откуда они у меня взялись. Семена бука. Так, где-то слышу.
Нет, это ты был? Так, все, пошли. Пошли еще вдоль воды, посмотрим еще это олово. Вот олово, не, да, вот олово, вот олово. У тебя сколько еще кирки? А, прям чуточка. Блин. Короче, надо сюда с двумя кирками, с двумя-тремя кирками ходить. Да не, а потом куда их девать-то? Эту просто прогредить. Ну, либо так, либо так. Вот о, еще. О, это что? Тоже олово, вот, копай. Ты где? Вот олово, что ж ты дебил? Смотри, луна вышла. Ну и классно, хотя бы видно. Давай быстрее, а то там он наверху лезет уже. Он на нас смотрит. Все, на еще одну не хватит. Да ты и это не забрал. Все, пошли тогда домой. Вот большой кусок олова. Или нет? Да, слушай, это, по-моему, большой... Нет, это камень. Хе, одно олово, другое. Так, а вот это дерево можно срубить? Так, да, это просто дерево. А нам нужно... какое? О, что это там синее впереди? Что это, что это? Вон там что-то синее впереди. Вон там. А, вижу, вижу. Пошли. Пошли посмотрим. Нам откуда-то надо еще... А, это глаза были? О, не знаю, что это синее, смотри. Грейт Флинн. Я сломал. Я сломал, я сломал. Древнее семя нашел. Ты бьешь их, бьешь? Да. Это со звездочкой. Блин, вдвоем, вдвоем вообще, блин, на изи. Вдвоем вот всех раскидает. А что это валяется? Глаз. Вот это а еще что-то валяется. А глаз не влезает тебе? Я все, я забрал. А я не могу взять. А, во, поднял. А, нет, вы несете слишком тяжелый груз. Знаешь, что мне надо? Дерево выкинуть и ветки нахрен. Выкину. А, еще 24 камня я там нарыл. О, все, крутяк. А я не могу это поднять. А, ну у меня все, у меня предел. Ворона, ворона, что-то хочет ворона. Если вы возьмете с собой слишком много вещей, вы станете нагруженным, что замедлит вашу работу и снизит восстановление выносливости. А, ну и хер с ним. Это ты просто первый раз перевешенный был. Ну. Все, пошли. Давай домой. Чешем домой, потому что мы много всего понабрали. Нужно посмотреть, что из этого можно сделать. Слушай, тут такой прям дискавер сделали. Прям я охреневаю. Что-то и это, что-то то. Не знаю, как... Вот там наверху что-то есть, смотри. Там лежит что-то. Да, там что-то лежит, смотри. Вон, вон, блескает, лежит. Это камень, наверное, просто, да? Наверное, да. Ага, а камень. Это скелеты. Нет, ну скелетов нам надо бы это... Воу-воу-воу-воу, меня поджарили. Меня поджарили, меня поджарили. Так-так-так-так-так-так-так. Мне надо вот сюда и пожрать. Вот, суки. О, 19 кп, 19 кп. Все, я вот здесь вот. Так, теперь надо как-то наверх залезть. А вот здесь можно, смотри. Зачем? Да там камень. Блин, нам бы еще пещерку одну найти. Мне понравилась пещерка. Мне тоже понравилась пещерка. Опа-на. Я по... Ой, тут скелет, а у меня 24 хп. Давай я иду. Иди. День 14. Интересно, а он сейчас днем уйдет? Скелет? Да. Иди мне сюда, выше. Пройти. Вот, проходи. Там. Давай, танкуй его. Сука. Ты что упал-то? Он меня толкнул. Все, все, я чуть не упал вниз. И что, здесь? Да ничего. А чё вот это тогда валяется? А все, а это куда-то исчезло. Ну это ты собрал камень. Он не тут валялся, а вот тут вот на этом выступе. Да? Это камень? Да. Что-то? Ты когда залез, видимо, да, камень собрал. Ну, по виду был камень. Так, все, надо домой, брат. Ну, почесали, почему? О, так... а это что? Где? О, черник. Черника, черника. А это что? А это бревно.
И это бревно. А что тут было-то? Что тут так все бревен-то? Слушай, а теперь-то не так уж и страшно в лесу в этом черном. То мы здесь таких хреней отхребли. О, вот что там такое, смотри, как красиво. Смотри, там вон еще вон что-то синее светится. Блин, обалдеть, там. Обалдеть, как красиво. Обалденно. Вот это я не знаю, что говорят, что тут график отстой. Чертополох. Что это? Да, ну, мы наши находили такой чертополох. Да. Что-то. О, скелет. Нам нужны скелеты. Да ты что ты? А, что, да, у меня уже хп навал. Так я уже кулаком ему ебашу. Да и мне тогда с ним подраться-то, алло. Чего, а я его убил. Так, 7. У меня есть каменный топор. Еще каменным топором. Это. Слушай, тут по ходу дела, значит, где-то еще скелеты, значит, тут эти убежища ихние. Вот оно! Вот оно! Вот оно, точно. Ставь метку. Ставь метку. Или пойдем еще раз. Не пойдем. У тебя нет оружия. Да, и мы перевешены. Поставил метку? Поставь метку, что тут это... это, убежище скелетов. Так и напиши, убежище скелетов. Что это такое? А что это, смола поднять? А, вы несете тяжелый груз. Блин, камень надо выкинуть. Вот так. Вот так выкинул камень. Все, побежали. Ты не туда побежал-то? Я еще не побежал. Я метку ставил. А, за мной этот гоблин. Я не знаю, где дом. Карты разучил использоваться. Да. Я в панике. Во, туда надо. Вон туда. Ой, а это белое что? Семена морковки. Хрена. А, ну да, вот мы и находили семена морковки. Только она растет как не семена морковки, нихера. Морковка зеленая. Ботва у него такая зеленая, кверху поднятая. А это я, ну, не знаю, как, что это. Как хлопок. О, нет, а это что, данж? Это не как хлопок. Там сундук, там сундук. Так, поговорить, если вы возьмете слишком много веса, вы будете перегружены. Что там? Ты, а что это такое? Янтарь. А у тебя есть янтарь? Нет, янтаря нету. На, залезь в него, у меня нет места. А ты думаешь, у меня что ли есть? Драгоценных камней какие-то набрали, блин. Так, вот ромашку туда положу. А янтарь заберу. Вот так. Вот так. Обмен. Пошли. Держите ромашку. Пошли, да. Ромашку продал за янтарь. Не, ну янтарь вообще такой дорогой камень. Ну, это есть хороший, да. Если там есть какое-нибудь насекомое, и то это вообще дорогущая штука. Так, олени пока нам не нужны. Хотя нужны они нам для этой. Да потом поохотимся. Куда ты сейчас собирать, блядь, будешь? Я жмот. Я во всех вот RPG-играх просто жмот такой, что прям мама не горюй. Нам надо что-то тепленькое, а как? И где нам этого пиздюка валить? Мы только вот Иктюрна знаем. Вон он древний. Где? Вон он на карте. Мап. Вон. А у меня не показан. Как? Отдали карту. Ни хрена, как он так... А как мы туда доберемся? Ну, пешком. Ну да, ладно. Куда, блин, ты? Не туда. Пока карту крутил, уже прям аж заблудился весь. Слушай, мне нравится. Мне с каждым разом все больше и больше эта игра нравится. Не знаю, кто-то ее прям грязью поливает. Говорит, что не удостоена внимания. Игра прям достойна внимания. Вот особенно, если ты с кем-то играешь, это вообще это на изи достойно внимания, потому что тут прям интересно. Но она атмосферненькая такая. Она не особо графонистая, но она атмосферная, мне нравится. Тут вон, смотри, вон в небо, посмотри. Угу, вообще шикардос. Угу, дерево, угу, лучики такие. Угу, угу. То есть это слепит. А, это мой череп был, а я думал, это медведь. Это все красиво. Я думал, это медведь. А, я думал, это сова. Куча механик. Если ты намок, ты мерзнешь. Если ты намок, ты спать не можешь. Да, не, мне еще нравится вот этот поэтапное изучение мира. Не то, что вот так вот, да, там, добежал куда-то голый, скрафтил себе что-то и все, и пожалуйста. Ну а да, вот, или когда тебя куда-то не пускают. А тут ты, в принципе, можешь куда угодно сразу пойти. Сделал плот и уплыл. Получил пиздюлей, понял, что тебе тусоваться нельзя. Да.
Это эффектно, эффектно. Так, надо покушать. У меня бег 21 только. Нам бы еще что-нибудь там, какие-нибудь грядки придумать. И как-нибудь надо понять, как дом расширять. Может, сейчас и поймем. Может, нам сейчас какой-нибудь дадут двойной верстак. Или, может быть, знаешь что? Может быть, вторым верстаком можно. Сейчас мед соберу. А, у меня мед некуда будет положить. Да, и да, та, там, там их два меда. Ну, это хорошо то, что он копится, не пропадает. Потом, может быть, с медом можно будет что-нибудь сделать. Предлагаю, знаешь, куда наковальню поставить? Плавильню. Туда вон, где мы... А улей этот... хотел сделать. Сделай. Улей? Я не могу... Там не поставился улей. Больше ну, места. Ну, там где, ты хотел улей сделать, туда и сделай это. Так, что у нас нового? Нового у нас ничего, да? Так, значит, репейер. Слушай, а факела-то заряжать надо. Починен топливом. Молот. Починен лук. Починен топор. Кожаный шлем. Ой, слушай, кирка из оленьего рога починил. Ей не нужен оленьий рог, чтобы ее починить. Так. Теперь, значит, мне нужен молоток, строительство. Это что у нас? Углевыжигательная печь и плавильня. Что значит углевыжигательная печь? А, ни хрена себе! Что? 5 ядра что? Надо! Вот у меня 2. На. Давай. На, еще вот это. И олово у тебя есть? А, это не лезет, да, к тебе? Да. Давай я тебе выкину тогда вот обломки костей на... На травку. На еще одну травку и на перья. Вот это свери. Так, вы несете тяжелый груз. Что ты мне тут такого кинул-то? Слушай, у меня так. Очень тяжелый груз. Это голова? Мне потому что она еще не камень же надо взять. 500. Я могу двигаться? Могу, я ж потею. Смотри, я иду и потею. Бля, охренеть. В смысле потеешь? Нагруженность. Да ладно. Ага. Так, ну что, я тогда туда плавильню ставлю. Плавильню и выжигатель, да? Да. А сейчас прикинем, скажешь, говорит, вам надо строить это на открытой местности. Или у нас тут весь дом надо закоптить, что мы умрем. Так, плавильню. Ни хрена себе! Чё? Она большая. Она большая, она красная, она туда не влезает. Так, а вот это? И это туда не влезает. Слушай, может они должны ставиться на... Да, слушай, они ставятся... На может улице. Это... Да ладно. Да. Так, слушай, а вот теперь я двигаться не могу. Почему? Но, видимо, ты устал. Да, стамина не восстанавливается. Что бы выкинуть-то? Ну, давай, выкидывай мне что-нибудь. Я уже могу, типа, металлы там. На, вот, металл и камень. Камни таскает. На, я бы даже, да, строить надо было эту штуку. Так, давай тогда место подберем. Теперь я потею. Что мне делать? Так, ну, иди сюда. Иди, короче, вот там, где бревна наши лежат. Сейчас мы попробуем там как-то все это сделать. Так, я сейчас потому что вот эти вот желтый гриб выложу. Вот сюда. А я дойду вообще? Так, монетки сюда. Янтарь сюда. Так, и вот этот непонятный... если поднести к уху, можно услышать едва уловимый шепот. Пошел нахер. Так, вот сюда и сюда. Вот. Так, значит, пока этот ресурс мы тогда сюда сдропнем, потому что олово мы плавить не будем. Че, я не могу идти. Так, давай, выкидывай на пол. Ты где? Выкинул на пол? Давай выкидывай на пол. Да, действительно, ты потеешь. Так, медная руда. Так, медную руду я тоже сейчас пойду в этот шлепну. Это вот она, падла, самая да, тяжелая. Да, она тяжелая самая. Так, а нахрен ты ее сразу взял? Надо было просто построить сначала, а потом уже медную руду. Выкинь мне половину. Да, выкинь половину, сейчас разделим. На. Во, пойдем выложим.
Я потому что я по ступенькам даже подняться не мог, я слишком тяжелый был. Вот туда, вот последний сундук давай. Все, и давай, отдавай мне камень. Сейчас мы будем искать место, куда ее можно вообще вянькать. Потому что вот здесь, вот, ну, в принципе, вот здесь вот можно поставить. Блин, ну что-то как-то рядом с нашими лесозаготовками. У нас тут бревнышки. Ну, давай уберем лесозаготовки. Нет, ты что, рехнул? Куда ты их уберешь? Там леса, знаешь, сколько? Там леса, наверное, 1000. Они друг в дружке лежат. Я их вон заборчиком строил. Да, давай тогда вот здесь вот. Вот здесь. Вот здесь сейчас заровняю, вот сюда вот поставим. О, мед соберу. Давай. И мед. Ну давай, да, заравнивай его, тут строй. А как ты потом навесик на них делаешь? Не надо навесик. Будут без навесика. Да что-то как-то не круто. Надо, чтобы красиво. А вот туда дальше заравнивай. Вот эту траву снимай. Нахрена ты же тут будешь ставить? Ближе к домику. Во-во-во. Вот так вот и заравнивай. Во-во-во. Вообще ништяк. Во. Красота. О, у нас такая прям викинговская землянка получилась. Дэй. Ну. Давай, выкидывай камень. Да. Сейчас сюда построим, а потом уже будем тогда смотреть, где. И, ну, ты его спылесосил, сразу всосал. Да? Да? Да. Вот, сейчас просто сделаем, а потом уже тогда посмотрим, может, перенесем куда-нибудь это как-нибудь. Так, плавильня. А она тоже не ставится. Упс. А чё за портал? Ты видал? Так, а слушай, я не то поставил. А, нет, я плавильню поставил, все правильно. Охренеть, слушай, портал можно строить. Слушай, ядро стюрлинга мне еще надо. Вот мне не хватает опять ядра. Чё нам птица хочет? А, поместите сюда необработанную руду, чтобы избавиться от примесей и получить кусок очищенного металла для обработки в кузне. Чтобы разжечь плавильню, вам понадобится уголь. Чтобы получить его, постройте печь и заполните ее древесиной. Нам знаешь, сколько еще надо? Нам еще 3 штуки надо этого. Ядро сюрлинга. Слышь? На что? На углевыжигательную печь? Да, на углевыжигательную печь. А углевыжигательные нам зачем? Нам просто плавильня нужна. А где мы будем уголь? Ее надо углем заполнять. Фига ли. А чтобы углем ее заполнять, тебе нужно плавить, сжечь дерево и превращать его в уголь. Да. А, ты ее уже построил, ебать. Это, а где ты портал? Где ты портал видел? В самом первом. В смысле, вот в строительстве? А чё я не могу с птицей-то побазарить? Алло, а. Проще, где портал? Какой портал? Ой. Блять, в самом первом. У меня нету там портала. А у меня портал. У меня нет портала. Где ты... А как ты его получил? Не знаю. Вот я беру молоток, прочее. У меня сразу после груды камней идет портал. Нет, а у меня плот. Нужен глаз Гриффиндора, вот это 10 штук. Ну. Качественная древесина 20, ядро 2 и верстак 1. И он соединяет с таким же порталом. То есть можно будет по порталам. Ну лады. Ну тогда портал ты построишь. Да уйди ты, этот гребаный раф. Вот. Так что нам еще надо. Нам еще надо таскаться. И как раз вот следующий дом. У вас нет перерабатываемых предметов? Не, ну в принципе можно сейчас взять парочку угля. Вот сюда, да, уголь кладется. А сюда, типа, наверное, у нас имеет. Потому что мы мясо спалили, и у нас где-то есть уголь. Ну, я, в принципе, могу, у нас куча мяса. Могу навалить мясо, пускай оно там горит. 2 угля? Не, ну так не делай. Так, и возьмем 4 вот этого. Пойдем попробуем. Куда уголь совать? А, там с одной стороны, прям там уголь будет нарисован. Сзади уголь, да, туда. А, да, вот уголь.
Так, два угля. А сюда мы добавили медную руду. А отсюда уже вылезет, наверное, без примесей. Ну, по идее, она вытечь должна. А что с ней произойдет-то? Только ты неправильно ее поставил. Я не знал, как, куда, что надо. Я не знал вообще, как она работает. А ты мне говоришь, уже неправильно поставил. Как она долго плавит? Опа. Уголь израсходовался. Давай я пойду мясо сожгу. Давай. Сжигай, сжигай, много мяса сжигай. Надо еще мясо, у меня кончилось оно. Вот это поворот. Чё? А это что такое? Смола. А кто смолу выкинул вообще? Вот кремень. Вот кремень. Там горит. Вот кремень. Кто это там плавает? Рыба, что ли? Рыба плавает, нихера. Да, я тебе давно говорил, что там рыба плавает. Да в натуре рыба плавает. Может, из меди мы сейчас удочку сможем сделать? Типа медная леска? Ага, то есть деревянную удочку не можешь сделать, а медную можешь. Не, да? Может, крючок. Может, мы сейчас узнаем мастерство железного века. Мастерство железного века. Так, вот я немножко кремня нашел. Ну что, есть угольки? А, ну одно вот, да, уже скукожилось, его прямо распердолило. Ну вот все просто скукожилось. О, вот еще одно. Давай, давай угли выкидывай. И вон там два угля. Давай, выкидывай, я попробую. Ну собирай сразу. Блин, ну мясо жалко, конечно, на угли пускать. Ну а что делать, если у нас сейчас ничего нету, да? Но. Нету больше другого варианта, как сделать угли. Мясом печку топим. Да вообще пиздец. Есть, выпал, смотри. Ништяк, давай подбирай, а перекидывай мне. Медь. О, кузница! Кузница, кузница. Кузница, хуюзница, на. Медь. Кузница и еще какой-то горшок. О, классно. Слиток чистой меди может быть весьма полезным. Слушай, а давай так. Олово теперь расплавим. Так, 5, да. Я там положил медь, я не могу оттуда его нить. А нахрена ты еще-то накидал? Да вот не знаю, я что-то накидал. Кузница. Нужно 6 меди, 4 угля и в районе верстака строить надо. Ремесленническая стойка, кстати. Так что нам полюбас медь нужна. Он, кстати, опять погасло, он всю эту сожрал. А, нет, высрал одну, смотри. Еще один. Да, я вот еще угля тебе несу. Нам, короче, дохера надо меди, дохера надо это. Надо, короче, сейчас, брат, не заморачиваться и идти жбарить в этот. А где мы найдем? Да вон тут осталось-то. Вон, как? Мы еще один данж нашли. Тут вон слиток. А, точно, мы еще один данж нашли. 6 слитков надо. Пошли. А у меня только 2. Пошли, вот, пошли. Давай тогда на этом заканчивать. Смотри-ка, мы довольно-таки продуктивно сегодня поиграли. Мы зачистили целый данж. Побывали в темном лесу, нашли новые ресурсы. И, наверное, мы сейчас еще обхерачимся, все медные будем. Да, потому что мы медную печь поставили. Жаль, правда, она туда не влезла. У нас такой домушка получается маленький. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, подписывайся на паблик. Ставь пальчики вверх, комментируй, рассказывай друзьям, делись ссылочками. И до новых встреч. Пока-пока.